Дорогие южноуральцы, осталось совсем немного времени, и 2013 год станет частью истории. Для каждого из нас он сложился по-разному. Были радости, и успехи, и трудности. Год был непростым и в то же время интересным. Мы все старались его прожить честно и достойно. В эти предпраздничные дни каждый из нас с надеждой смотрит в будущее, находится в ожидании счастливых событий. Новый год – это 365 чистых страниц нашей жизни. Так давайте заполним их яркими, созидательными делами, светлыми помыслами, радостным смехом наших детей. Пусть со звоном курантов останутся в прошлом все ваши печали, а Новый год принесет вам благополучие, убережет от потрясений, сохранит и приумножит все доброе. Счастливых и добрых перемен вам в наступающем году, свершения всех самых сокровенных желаний, крепкого здоровья и большой любви. С праздником, дорогие друзья! С новым 2014 годом!